Вот, Виктория, как обычно, спасает подкидышей. Подобрали, да. Как-то, ну, сейчас уже нормально выглядит, еще более-менее краснота получше, сходит. да. А то совсем Кошка, прям кошка, ужас кошка. был. А что, на горшок ходит? Ходит, да, все нормально у нее, да? Молодец, очень общительный. Да? Сколько ему, год, да, уже? Ну, где-то год, ей сказала врач, да, что ей где-то годик. Покажи моську, покажи. Вот такие соседи выкидывают. Да, выкидывают на улицу. Чуть-чуть, она гулять хочет, конечно. На свободу. Да, ты хочешь погулять? Ты хочешь погулять? Тебе еще лечить и лечить? Да. Кошка, кошка, кошка. Да, такая да. ты, конечно. Ты, конечно, страшненькая у нас. А замурчала сразу. Угу. Не, очень ласково. Ну, ты общительная девочка. Да, все время просится ее выпустить. Ну, конечно. Какая сидеть у тебя там уже на месте. Кошка да. по счету, которую ты дала. Не знаю, в другие это руки. Уже много. Здесь постоянно, да, всех? Уже много. Передерживаешь, да? Да. Вот здесь. Ты красивая какая. Что-то там увидела. Потолок. Это... Ну, ты сейчас меня поснимаешь, пофотографируешь, я потом скрины сделаю, скриншоты. Да? Да? Морда. Да не, такая, да. Она еще с пятого этажа падала. Ну, это как нам соседи сказали. Это соседи выкинул, да. Сосед такой, да, я потом узнал, кто это. Суета? Сует. Он какой-то там, блин, не сидит вечно пораженный чувак. Зачем заводят кошек, да? Вообще ужас. Довести животное до такого состояния, а потом на улицу выкинуть просто. Типа, ну все, мне больше не надо. Что это? Да. Ладно, будем думать, да, что отъелся с ним делать. Отъелся он, съедает все хорошо. Ну я вот ей еще пакет привезла, тогда на неделю еще подвезем. Хорошо, кушать. Но так у нее все в порядке. Ну просто мало ли, у меня просто домашние как не в себя кушают. Какой у нее диагноз вообще? Ой, честно, я не знаю, это к врачу. Какой-то вирусный демодекоз или что-то такое. Что, вылечится, да? Блошиный дерматит, скорее всего. Или дерматит, да. Блошиный дерматит и под вопросом дерматофиты. Что, ты вылечишься, Каша? Да вылечится, конечно. Вылечится. Это все лечение. Какой-то суетный. Ну, конечно, ей хочется на свободу. Же выпустили. Да. Выпустили чуть-чуть походить. Да, надо походить. Это девочка, да? Девочка, девочка. В рекламе? Прям один в один, да. Ну, как-то так. В общем, в этой клинике мы лечим кошек. Даже не дворовых, а подброшенных. Были домашние, подбрасываются. Вика ходит, кормит. А к ней туда подбрасывают своих кошек домашних.